всех остальных нафиг отсекаем. Пускай они там все. Мы просто Игоря Ивановича берем и губернатора. И ведем сюда. Всех остальных нафиг. Итак, еще раз. Ранее озвучивалось, что после чемпионата мира центральный стадион в Оренбурге будет заново реконструироваться, будет уменьшаться количество мест. Этот этап работы. Уменьшение количества мест. Да. Этот этап работы как-то будет субсидироваться из федерального бюджета в какой-то части. Давайте зададим вопрос, каким образом это будет финансироваться? Давайте. А то вы так подводите, что он должен либо опровергнуть, либо это. Как это будет финансироваться? Вопрос обоим. Да. Значит так. Россия, впечатление, ТАСС, вопрос губернатору, Интерфакс, перенесут ли Кубок Конфедерации, Уралинформбюро, уменьшение количества мест, кто будет финансировать обоим. Да. Все, отлично. Тогда, коллеги, мы здесь сделаем пресс-подход. Встаньте, пожалуйста, там. И мы подведем к Игорю Ивановичу. Ладно? По большому счету, руководство Свердловской области полностью справляется с проектом. Я просил критически высказываться на совещании, когда представители СМИ вышли. Должен вам сказать, что критических замечаний практически не было. Мы удовлетворены ходом подготовки мероприятий к проведению чемпионата.